Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы играем в Gunpoint. Удивительно, да? То есть я должен готовиться, блин, к экзамену, моя... ладно, мы играем в Gunpoint и... Land silently from any high. И я не знаю, что мне дальше покупать даже, на самом деле. Move up, bring it. Ладно, давайте... О, давайте это купим, почему нет. Так, вот, и мы выбираем какую-то миссию. Давайте вот эту тогда, потому что она идет сверху, типа старт миша. Погнали. Во-во-во, опасные ребята, типа. Отлично, он меня не видит. Но как вариант, конечно, лучше... Угу. Лучше запрыгнуть, наверное, на эту... стой, я попал. Как бы это сделать? Нет, это невозможно. О, во, е. Так. Оу. Окей, трапдор нужно открыть, да? Нет, нафиг это. Как выбить окно, интересно? Ну ладно, давайте зайдем внутрь. Так. И опа! Вау, сосай. Так, это мы не можем трогать, нам нужно вот, вот до сюда нам нужно дойти. Да, ясно. Так. Так, а могу ли я пользоваться лифтом? А, ну все, так все легко. Да. Оу, щит! Сука. Это говнарь, да? Воу, он повернулся ко мне. Почему он ко мне повернулся? Пока. А, что? Какого хрена? Что это было, блин? Почему я не могу... What the fuck? Ладно, 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 я все понял. Ой, блядь. Прости, пожалуйста. Блядь. Сука. Он меня не заметил. Лол. Сосай. И что, я теперь могу что-то еще использовать? Нет? Нет, я, по-моему, больше ничего не могу использовать. Что это? Типа, он будет проходить мимо или... Нет. Ой. Это мне не надо тогда все. Все отключаем. Мне интересно, что теперь с этим делать? Ну, я это взломал. А что, я по-моему, больше ничего не могу использовать. Ничего не добавилось. Ладно, попробуем еще раз. Нет, тут уже все готово. В том, что, как я понял, я его убить не могу. То есть, да, вот. То есть вот он такой, я такой хоп, пытаюсь с него прыгнуть и просто вот отталкиваю, блядь. Ох, сука, нет, все-таки убил меня. Не, иди нахер. Бля, как мне отсюда выбраться теперь? О, о, забей. Так, ладно. Может тут еще что-то есть? Нет, тут точно ничего нет. Ой-ой-ой, а хотя. Нет, по-моему, ничего не дает, да? Да, это вообще не страшно, подумаешь, камера. Естественно, я с ней не могу ничего делать. Так. Ну что, я могу только вот это открыть. Ладно, может тут еще что есть, хакнуть вот этот компьютер, например. Так, может здесь что есть? Не, а, ничего нет. Так, это что, кубики какие-то? Быстрее! Воу! Вау, 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 вау! Как он меня попал? Да ты снайпер, черт подери! Не, иди нахер. Вообще читанный пацан какой. Так, что дальше? Дальше я... мне ничего не доступно, я не знаю. Мне, конечно, надо как-то этого убить, но я не представляю, как это сделать, честно. Может, свет выключить? Давайте выключим свет. Оп!
Ну, естественно, он просто включит свет, ё-моё. Я вот эту хреновину взломал, она мне хоть что-то дала, нет? По-моему, она мне абсолютно ничего не дала, ничего не изменилось, как бы. Useless. Блин, все тлен. Тленно. Я понял, короче, как что делать. Смотрите, он такой идет. Там мы такие, хопа, не фейс-то! Все, вот так вот мы его убили, короче. Да. Одной проблемы меньше. И теперь мы, может, что-то сможем тут сделать. Да, мы можем побаловаться выключателем. Что мне с этим дерьмом делать, я не пойму. Ну вот я не знаю, что мне дальше делать, серьезно. Не. Using useless crosslink things on this circuit. По-моему, я, может, что-то не прокачал, я не знаю, потому что я здесь ничего не могу как бы делать. А нет, могу. Лол, да ладно. Фак! Оно просто было синим, и я думаю, что ничего не работает. What the fuck? What? Я не буду так сделать. Могу, хули мне. Ай, бля. Нет, не могу. Так, то есть мне нужно... мне нужно идти вот туда. И как-то быстренько все это сделать, наверное. Подождите, сейчас так. Блин, да какого хрена? Что за... Быстрей! Ты что же за дерьмо? Я не понимаю, почему он на время-то открывается? У меня нет шансов здесь просто успеть, я не знаю, чем делать. Так. Блин. А, во, может быть так вот. Да, превосходно. Ага, ок, так, сейчас. Еее! Так, ну теперь тут все легко, открываем вот эту дверцу и все. Еее, мы еле-еле я прошел этот уровень, что-то очень долго думал. Я просто не знал, что розетку убить можно. Хотя этого не требовалось. Жаль. Ну ладно, не страшно. Все, end call, типа, да, I get it. Прототип, что-то это так, апгрейды, да. В максимум эту хрень. Return, то есть я это могу продать. Да, нафиг надо. Надо вот это вот прокачать. Так, ладно, давайте. Вот это. Вот это. Так, старт, Миша. Ой, простите, что я кашляю. Что-то не так. Ух ты! То есть сразу все вайры здесь? Серьезно? А, я открыть не могу, вот оно что. Так, а это что? А, это то, что надо мне найти, да? Почему они такие, типа... А, вот оно как. Ну давай. Давай. Блядь, вы шутите, да? А, не, я жив. Так, все, это можно обратно. Так. Но теперь мне вроде как все доступно почти. Я тут какую-то адовую, конечно, хуйтень делаю, но... Окей, ну, что-то не сработало. Ну, давай, сейчас должно сработать, короче. Почему она не открывает дверь? Она должна открывать дверь. Вот. Вот я именно это и хотел сделать. Нет, все, разорвись. А, ну а только с зеленым, да? Ну тут, в принципе, все понятно, да? То есть это вот так, это так вот. Да. Эй, он закрыл дверь, придурок. Так, окей, что здесь можно сделать?
Давай, открывай. Так вот. Теперь он откроет эту дверь. Бля, и закроет ее. Ну что за туда? Тут вот так. Другое дело, что этого еще нужно заставить идти. А у него там свет-то есть вообще? А, нет, у него, конечно, свет есть, но... Он выключен. То есть там нету самой кнопки, которая могла бы... Вот. Так, теперь нужно, чтобы он пошел сюда. Как это сделать? Можно вот так, например. В итоге он побежит туда и... Такой, а-а-а! А я уже буду наготове. Что-то пошло не так, да? А, блин, я не с той стороны соединил. Да что ж за хрень? Я вот так не могу, да, соединить как-то? Типа... Нет, здесь специально разных цветов, чтобы я... Так, сейчас все будет. Да. Да. Ах ты, блин, говно. Да блин, что-то я как-то лечу очень криво. Сук. А, фак. Оно закрылось. Оно закрылось. Блин. Там явно нужно успеть это как-то сделать, но... Да то еще он опять побежит, наверное. Так. Go on. Go on, yeah, yeah. Тю-тю-тю-тю. What the... Stop it, stop it! Давай вылезай оттуда уже! О! Нет! Надо это отключить! Почему он стал вот так ходить? А, да, я же разбил здесь окно, точно. Так, все, можно воровать прототип. Так. Теперь... Опа, Silent. Оу! Так, все, теперь можно отсюда убегать. Так, нет, нет. А, да, в принципе, почти получилось. Так, ладно, мы это прошли кое-как. Так, все замечательно. Да, end call. Сколько у меня денег? 405. Нет, надо 900 и вот эту штуку прокачать хакерскую. О, 500 баксов, давай, я по-любому все смогу сделать. Так, давай. Оу, тут эти неубиваемые охранники, блин. As in life, anyone in the black suit is professional, professional shooting with a gunpoint. They can also see in the dark. Понятно, вот этот пацан очень опасен. А что мне сделать надо? Вот эту хреновину добыть, да? Ага. Ясно. Так. А я, вот это... А вот... Понятно. Так. Ну, красный я уже сейчас варить могу, я правильно понимаю, да? Давайте только все отключим для начала. Так, что я могу сделать? Дверь я открыть могу? Нет, не могу, надо, чтобы туда кто-нибудь пошел. Ага. Сука, у них ходит только вот этот пацан, а я с ним ничего сделать особо не могу, да? А, окно. Ну да, конечно. Воу! Ну я думаю, что если я вдруг попаду в окно, то мне просто по щам надают и все. А, у него дверь. Лол, сосай. А что? Да ты прикалываешься? Как ты мог? Пипец, пацанский вообще. Ну и все, тут уже больше ничего делать не надо, так.
Куда мне дверь спустит? А, вот сюда, да? Ясно. Вообще, мне же, конечно, хотя бы сюда желательно, но... Ну нет, хер там, я сюда вряд ли попаду. Вот эту кнопочку отключу. Так, ладно. Назад! Быстро! Отлично, так. Что-то мне, конечно, этот профессионал совсем не нравится. Оу! Блин, ни хрена себе у него дальность. Ну ни хрена себе у него дальность. Так, ладно, попробуем. Быстро! Блять! Гандон, не, с ним такие шутки не проканают, как я понял. За правильно. Я ему выключил свет, но зато теперь дверь открыл, это уже хорошо. И я его отвлек. Так. Окей, это все отключаем. Так. Стоп, а почему я просто... Как бы я сделал его так и... А. Черт. О. Ибо он смотрит в другую сторону, это можно использовать. Идем такие. Оп. Сосай. А, подождите, а я могу его убить, интересно? Блять, сначала слезь, сука. Да. Но я не уверен, что я его убил на самом деле. Ну ладно. Буду надеяться, что убил. Так, эта кнопочка... Я этой кнопочкой ничего не могу делать, да? Угу. Так, теперь у меня вот чей. О, заебись. Не знаю, зачем я это делаю, но зато все двери откроются. Да, может и нет. Блин, что делать? Так, ладно, перейдемте вон туда. Сейчас перейдем туда. Ага, еще можно же вот этого пацана убить, да? Нет, этого мы не можем убить. Не ожидал, да, не ожидал, да. Сосай. Просто бог. Так, окей, теперь у нас почти все доступно, даже вот эта дверь. Так, тогда... Да и вот так вот, в принципе. Сейчас дверь закроется, да? Да. Блин, нахрен я столько кнопок сделал, господи. Сейчас она откроется. Катались на лифте такие. Не иди в ту комнату, нахрен ты туда пошел. Уйди оттуда, иди. Ты мешаешь моей миссии. Су. Ахахаха, все. Теперь я выключу вам свет, вы будете бояться. Бояться. Так. А какого хрена у него не выключилось? Так, стоп, А, блин, так я связал лампы. О. Так, окей, теперь они в темноте. Не открывается, да? Не открывается? Вот так. Ну, теперь, в принципе, уже ничего сложного не осталось. Подняться вот так вот, забрать ту хреновину. Еще желательно бы вот этого запереть, конечно. Да. Окей, он сам себя там запер. Прекрасно.
Он сам это сделал, я не виноват. Для желтых нет никаких кнопок, кроме сигнализации, как я понял. Ладно. Без никаких проблем. Вышел как бог. Окей, это было эпик. Мне эта игра офигительно нравится. Еп. End call, fucking что-то там. Окей. Окей, на максимум это прокачал. Где моя ачивка, я не понял. Бай. Так, окей, все теперь. О, $450. Пора выполнять сложные задания. Когда у меня теперь. Когда я могу пистолеты использовать для открывания дверей, пора это использовать. Короче. Я такой типа, хопа, он по мне стреляет. Да, лол. О, а, че, блин, дерьмо. На. Так, окей, его мы побили. Вот, этот вайр. Ого, да он много всего открывает, ё-моё. А, еще вон там у нас есть пацан, да? Ах ты, дрянь. Окей, мы ему можем отключить оружие? Нет. Серьезно, он по мне попал? Ладно, слезь. Ой, блядь, ну не так же и нахуй. Так, окей, этого убили. О, видели, как я пафосно. Так, стопэ. Ну просто, чтобы дверь уже открытая была. А как мне туда попасть, собственно? А, вот. Так, окей, этого вырубили. И эту фигню активировали. Так, окей. Мне не нравится совсем, что там спецагенты. Вот это плохо, блин. Ах ты ж, блин, а как мне туда попасть? Твою мать, я ведь так не могу связать, да? Нет. Так. В принципе, конечно, можно попробовать. Так, сейчас, подождите. Ага. Так. Вот, у этого оружия можно с чем-нибудь соединить. С чем, правда? Я не знаю. Можно вот так. Нет, нельзя. А, то есть эта камера, в принципе, ни с чем не соединена, да? Так по-русски, просто камера есть и нормально, да? Да-да-да-да-да-да. Так, окей, сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы что-нибудь... О! Слишком слепые, пацаны. Слишком. Опс. Узи. Да. Так, эту дверь вот этой херней открывает, да? Ай, ты говно, я думал, меня не увидят, типа. Сука. Ты ничего не слышал? Ты ничего не слышал? О, я подобрал какие-то электронные прикольные штуки. Ладно. Ага. Так. О, теперь мы можем это открыть. А ты там повеселись, типа, без света. О, в какого хрена он открыл дверь? Она же не должна была открыться. Блин! Ах ты, сука. Ой, блин. Что-то слишком много фейлов. Слишком много фейлов. Так. А это что, это я должен подбирать, нет? Да, да, должен. Оп. Угу. Так. Свет я ему не выключил еще, да? А, ну в принципе, не просто так же мне вот эта хреновина дана, правильно? Сейчас выключим все.
А, я только сейчас заметил тут какую-то шкалу, но... Что-то я не могу ему свет выключить, нормально. Во, я выключил ему свет. Ну, я так и хочу сделать, но... Ну, ладно, что-то у меня не получается. Никаких проблем. Я понял, что мне там не особо что нужно уже, кроме вот этой херовины, как бы, вот этой вот. Лол. А! Блин. Я хотел как бы выбить его, не? А, стреляй! Стреляй, да? Блин, нет, это была глупая идея. Оп! 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 Ну а теперь пока я полетел. Все, отлично. Мы это прошли, и на этом мы заканчиваем. Все, до свидания, с вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, ждите следующих видео. Я сейчас прям хочу в это играть и делать видео по этой игре. Вот, поэтому не уходите с канала. Всем пока.